Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем пройдите игру по названию Borderlands 2, да-да-да, тот же Borderlands 2. Так, мы помогаем крошке тени, мы сделали, короче, бомбочки, мы их забираем. А, немного, конечно, пролагивает, но это... Ой, тихо, крошка тина. Же я могу куда мне бежать? Может, давайте лучше с другой стороны. Добро. Да побежали тогда. О, чуть не задело. Сейчас пробежимся. Так, что мне по дробовику? Кислотная пуля. Не, ну оно перезаряжает, ну, очень быстро. Метка желтая у нас стоит, это метка для того, чтобы я смог вернуться в убежище. Сырвятник. Окей. Погнали сначала за мистером Ренджевалем, да? Во что ты стреляешь? Мордоплюй. Не, мордоплюй это ж этим. Я чуть тебя путать начинаю их. Наверх, 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 наверх. Пожалуйста, прости мадам фон Балсби ее поведение. Так, еще. Где еще осколок? Похоже, нужно раздавить толпу. Оладушки. Это вот эти оладушки? Все, все, нашел третий. Все, поехали далее. Черт, а как мне теперь тогда забраться? Давайте от камешков как-то. На обход. Там есть? Ладно, сейчас забегу сюда к ним, в ворота. Металлолома, начальник, достаточно. Не поверю, ты лучше всех. Ты лучше всех. Плюс патроны на дробовик. Ты
Бежим, бежим, бежим. Ну, я что-то не слышал, он типа разговаривает со мной или нет? Раньше он говорил. Странно, ладно. Странно, да ладно. Мордекай, может к тебе подняться наверх? Боже, вот это оббегать, с какой лучшей стороны оббегать, с левой или справа? Так, посадить, посадить. Сюжетная какая, где мне была сюжетная? Фу, недалеко, ладно. Я думаю, все равно сейчас мне еще обратно тогда придется бежать, если это там нужно было их установить. Там жук внутри. А это что за ящик? Найдите Хера. Ладно. Ешь его детей, да? Тина. Сколько там? 14 лет, да? Воу-воу, тихо, он по мне бьет, что ли? Задание... Чтобы... Так. Так, стоять. А вот это вот интересно. Не убивать. Кого именно? А что с ним? Да, вот это пацана бегать теперь к ней, чтобы задать задание. Короче, мне нужно его сюда, да, завести. Тут как это сделать? А, сейчас придумаем. Хер. Хер, побежали. Хер, вы бежите. Мистер Хер. А нет. Мистер Хер, извините. Не могли бы ли вы со мной пройти? Эй! Ну а чё такое? Чё он за мной не бежит? Пошли! Ну, пошли! Алло! А как его заманить? Я тебя вижу. Беги, порос, беги! Осторожнее с нашим гостем, бродяга. Покойники не ходят на чемпионе. Для меня.
Короче, пока он агрессивный, нужно его вести. Я получил достаточно, приятель, хватит по нему палить. Ну так и это... Он сам не хочет ко мне идти, смотри, Тин. О! Зука. Пора начинать чаепитие. Ты будешь официантом. Долбани мистера Спаркса, чтобы он привел мистера Хера. Окей. Знаешь, твои мама с папой кричали, когда умирали. Когда все будет готово к началу чаепития, врежь мистера Хера по его поганой морде. Без проблем. Ах, я забыла упомянуть. Я приглашаю и друзей Хера. Позаботься, чтобы они не слишком буянили и не сломали генератор. Дохни, 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 вытащите меня отсюда, ублюдки! Что я вас не слышу. Довольно грубый народ. Хорошо. Они из туннеля выходят. Еще? Не будьте смешной, Костопокс. Мне можно довериться, я никогда не сплетничаю. Как это делается? У меня патронов мало. Тин. Опасно, принцесса. Немного холодновато, но время и года. Как вы думаете, мистер... Вполне. Пока что нормально идет. Все? Ну, это было достаточно приятное чаепитие. Гарсон, на два слова. Сейчас подожди, я пойду схожу, соберу все, что вывалилось, пока это не исчезло. И плюс мы сразу это дело продадим. А у нас тут вывалилось много чего. Да? Ну, в первый взгляд было видно, что да. Угу. Так, у нас уже на половину 18 уровня накопилось. Тиныч, Тиныч, Тиныч. Попрощайся с нами. Я помню тебя, девка! Ты должна была умереть!
Какое интересное замечание, месье Хир. А вы что думаете, мистер Спаркс? Нет, прости, что я выдал твою семью. Прости! Давай сразу это проясним. Да, большинство моих товаров подобрано с группы искателей приключений. Так, скорозия, дробовик, электрон. Базука. В принципе, коррозия. А у нас все есть дробовик с коррозией, поэтому нет. Этот дробовик мы оставим. Так, полетели по сюжетной, да, теперь? Все? Да, все. Осталось сюжетка. Ну хорошо, что здесь больше переходов никуда нету. Здесь одна локация. Сейчас только туда сбегаем наверх. Или потом. Давайте ладно, потом все равно мы будем возвращаться на быстрый телепорт. Поэтому мы потом все это посмотрим делом. Сейчас бабахнем мы с вами этот. Транспорт. Транспорт. Когда захочешь устроить взрыв, ткни их в живот. Такими штуками я люблю управлять издалека. Ух ты! Поезд! Значок Тины, заметьте. Обратный отсчет. 10! Туда нужно вот сходить. Результат? Поезд сделал бум. Ключ все еще там, на шельфе. Залезь на груду обломков и достанешь. Ищ. Лезь, малыш, а не то поедет крыш. Этот рэп я сама написала. Еще плюс одна пасхалка, и поезд сделал бум. Если вы помните, кажется, это Black Ops, Call of Duty Black Ops 3, когда говорится, что там поезд, что-то начал ломаться, да, или что-то там взорвали, и он говорит, поезд сделал бум. Это сделали так в виде, типа, какого-то мема, и он перешел сюда в игру. Не, на самом деле, я раньше этих, типа, не замечал пасхалок. Ну, конечно, я, наверное, из-за того, что я играл на английской версии, именно озвучке. Поэтому я этого тогда не услышал и не узнал. Так, добраться до места крушения. Ой, там есть все-таки переход локации. Блин, печально. Ладно, давайте тогда вернемся, да, все-таки сдадим задание. Ух ты, там город целый. Анализ, сходим, все равно у нас время есть. Сохранились. Здесь у нас ничего такого нету. Не буду их трогать. Бежим дальше. Так. Мне нужно в закрытую зону сбегать. Посмотреть, что в закрытой зоне. Ну, как вы видите, у них урон вообще как бы... Считайте, урона и нету. Так, все, зона вся открыта. Так, так. Погнали до магазинчика, сбегаем. Здрасте. Здрасте, здрасте. Мне нужно так, ток отключить. А это мы сделаем здесь.
Так, счетчик. Так, 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 так. Хранилище с деньгами. Ага, и все, да? Интересно, если я запрыгну на поезд. Что будет? Крутой или очень крутой? Ни хрена себе. Тайник. А я думаю, что оно там прячет? Эридий. Плюс Эридий. Ирена улучшает время восстановления. Не хочу. И что? А, вон оно что. Пу-пу-пу, убежище, полетели. Сейчас сбегаем в убежище, сдадим задание, потом сюда все равно телепортнемся. Может быть, я буду надеяться, что я смогу сюда вернуться, вот честно. У нас тут новое задание появилось. Ну, в принципе, как я ожидал. Го, сразу задание возьмем, посмотрим, что за задание. Может, я быть еще и сбегаю за ним, сдам. Привет. Есть новая работка для тебя. Банда отморозков ищет Иридий в Тундре Экспресс. Тебе нужно узнать, почему они подарили. Подавить добытчики и убить их. Порядок исполнения не имеет значения. Так, убить разбойников шахтеров. Это как раз там, где у нас наша сейчас локация, я понял. Которую вот мы открыли кусок шахты. Да, зоологи должны уважать всех созданий природы. Все-таки тварь похожа на огромный гнойник с крыльями. Угу. Так, инвентарь. Нормально, ладно, не будем продавать. Ох, есть туда телепорт. Тундра Экспресс. Все, значит, хорошо. Так, шахта. Шахта у нас находится в другой стороне. Потом мне нужно будет... А, отсюда? Ну ладно, в принципе, не страшно. Мне нужно было, наверное, попродавать вещи, ладно. Бежать, конечно, долговато будет. Пробежим здесь не так долго, ладно. Сейчас этих поджарим. Бам. Денежка. Вот сюда мне как-то нужно отключить энергию. Это в дом мне нужно залезть, но я не знаю, где вход в дом в этот, который был. Можно порыскать, поискать. Привет. Как дела? Ой, да ладно тебе, не стреляй. О, я думал, когда ты заговоришь, я думал, ты уже все. Поговорил несколько раз и все, хватит. Кажется, нет, он разговаривает дальше. Что в нас попало? Так, убить разбойников, осмотреть эридийную шахту. Если эридиевую шахту, может там больше эридия найду. Тебе удалось попасть в шахту? Хорошо. Они не мутанты, поэтому сами не пользуются добытым. Значит, эти парни куда-то отправляют. Убей их и узнай куда. Сейчас у тебя укради! Я стреляю точнее, когда бухой. Слышь, они под землю прячутся.
Тихо. Сейчас он встанет, ему бошку дам. О, кто кого, да? Теперь куда? А, ну типа он сама наводка или нет? Пушечка моя. Ох, блин! А главное, Риди, я его забрать не могу. Пускай снова дерутся между собой. Убить старателя с помощью шлака. А вон, между собой деритесь. Кто там последний остался? Слышь, а чё их так много? Куда мне идти? А, вон, вижу. Тихо. Нафиг вас, я пошел. Нет, не давить. Все, побежали. Убить старателя Зика. Так, у меня шлака нету. Какой? А, подожди, Зик, шлак. Так, то есть у меня сейчас такой вариант, либо я могу снайперку или что-то получить, да? А нет, в принципе, я и то получаю. Вернемся сейчас к Тине. Так, Тине? Тина. Девочка Тина. Сейчас забираемся. Ох! Да или чё? Нет, ладно. Это хорошо, что сейчас мне еще дадут вещичек. Блин, ну можно, в принципе, рюкзак до максималки до 30-го прокачать. До 30 вместимости. Почему нет? Сначала нужно к Тине сбегать. Так, уже 48 тысяч. Еще немножечко у нас будет с вами тоже сколько нужно. Что взорвем? Хотите ограбить поезд с деньгами, да? Лилит сказала, что поблизости пройдет поезд, набитый деньгами. Значит, нам потребуется взрывчатка. Те шахтеры, с которыми тебе недавно пришлось драться, получали деньги за Иридий. Отправляйся на станцию, куда прибывает инкассаторский поезд, и мы устроим старое доброе ограбление поезда. Без проблем. Давайте это выполним, и тогда закончим серию, поэтому... Как-то так. Потом мы с вами отправимся в новую локацию, потому что это новая локация будет.
Так, сломать ворота. Ну, в принципе, недалеко. Мы сейчас быстро через город пробежимся, там перепрыгнем через заборчик. И сюда же, по сути, да, нужно? Бандиты грабили проходящие поезда на этой станции, а ты украдешь бандитскую кассу. Тебе понравится. Взорви ворота динамитом Тины, чтобы блокировать пути. Я его уложу. Ненавижу! Все. Хорошо. Теперь поезду некуда ехать. Осталось связаться с Гиперионом и сказать, что хочешь продать Иридий. Хороший план. Только осталось они никак не вернуться туда. Они есть здесь проход поверху. Едет, едет. Отлично. Поезд в ловушке. Хорош, тут сопротивляться. Открываю сейфы с наличными. Пожалуйста, загрузите партию Иридия в поезд. Иридия получше. Сейчас место, где запечатаны эти сейфы. И смотри на фейерверк. Нет, я буду расколю. Ну? Новый подарок? Я его пусть полетят! Ооо! Было круто! Тут все ништяк! Получен сигнал тревоги! 54 тысячи, все, наконец-то! Так, к инкассаторскому поезду 627. Когда закончишь с гиперионскими подкреплениями, возвращайся к Тине. Отличная работа! Подожди, а там еще папу подали. На крыше деньги. И вон денежки. Ох, сколько денежек попадало. Ладно, побежали. Больше нам деньги не нужны. К Мордекай полезем. Мордекай, ты меня к себе впустишь? Мордекай. Ладно, к Тине сбегаем. Сейчас я как раз скорее, может быть, подниму себе уровень. Когда полетели брызги, это было круто! Приветствую тебя в моем магазинчике. Не повысил уровень свой печально. Добраться до места крушения. Как мне забраться? Ну ладно, к мордекам мы заберемся. Это инфосоточка. А вот туда, вот в здание, я не знаю, как забраться. Нужно что-то да придумать. Раньше еще какая-то миссия была, что нужно было разминировать большие эти ящики. Там везде закрыто, ладно. Плевать, побежали к этой. В новую локацию, и там я закончу. В новой локации так перевал. Не-не-не-не-не, о, плюс опыт.
Сейчас опыт. Я не убиваю, а вы меня убиваете. Я вернулся, Бэби, это скорее всего I'm the back. Хотя нет, это не точно. Конец пути. У нас локация называется. Так, все, мы сохранились. Здесь у нас. Обыщи вагоны. Возможно, ключ находится в самом бронированном. На этом мы все сделаем в следующей серии, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.